Этот обрабатывающий центр – один из лучших в мире. Он надежный и позволяет выполнять различные задачи с высокой точностью. Во время его работы специальная маслянистая жидкость удаляет стружки и смазывает детали, чтобы они дольше служили. На станке с числовым программным управлением, установленном на предприятии по производству подшипников в Одинцове, работает Иван Мацнев. Он, кстати, смог увеличить производственную способность центра в 4 раза за счет адаптированного для этого станка приспособления. Многие детали мелкие, которые очень сложно крепить к столу, мы крепим, есть магнитная плита специальная, вот, на магнитной плите обрабатываем. Вот, на эту магнитную плиту ставится приспособа из металла, которая наборная, металл и алюминий, для лучшего притяжения мелких деталей. Обрабатывающий центр с удобным сенсорным экраном управления появился на предприятии почти год назад, в марте 2021-го. Оборудование дорогое, поэтому взяли в лизинг на 3 года. Недавно на эти цели получили государственную субсидию в размере около 900 тысяч рублей. Мы очень благодарны городу Одинцово и Одинцовскому району, который приютил нас и разместил это предприятие на своей территории. Здесь очень комфортно работать, очень удобный подъезд, очень внимательные люди работают в администрации. Предприятие специализируется на производстве инновационных изделий. Здесь первыми в стране и вторыми в мире начали делать подшипники всех типов и подпятники для погружных нефтяных насосов с применением композитных материалов на основе углеволокна. Пока используют импортный материал, но планируется, что к концу года в России появится и отечественный аналог. Компания работает с лидерами отечественной и не только промышленности в нефтяной, газовой, химической, энергетической и других отраслях. Поэтому просто обязана предоставлять уникальный и качественный продукт и постоянно развиваться. В прошлом году мы приобрели установку, кроме вот этого обрабатывающего центра, мы приобрели установку плазменного нанесения фрикционных материалов на поверхность подшипников. Это уникальная установка, она позволяет делать подшипники без ласточкиного гнезда. У нас есть целая программа развития, поэтому не хватает как бы средств, возможностей, надо зарабатывать деньги и вкладывать в производство. Помощь государства оказалась очень кстати, ведь предприятие довольно молодое, существует всего несколько лет, а для работы с инновационными технологиями требуется новое современное оборудование и инвестиции, а еще специалисты, инженеры, конструкторы, технологи, токари, которых пока тоже не хватает для выполнения запланированных объемов продукции. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».